В спорте для каждого спортсмена есть наивысшие достижения. Для каждого спортсмена это, естественно, Олимпиада по олимпийским видам спорта. И наши спортсмены, мы все вместе с вами наблюдали Олимпийские игры, которые прошли в Токио, готовились к этим Олимпийским играм, которые должны были состояться в 2020 году. Но, к сожалению, из-за пандемии они прошли в 2021 году. И наши спортсмены выполняли все нормы и требования, чтобы обязательно, во-первых, подготовиться, а во-вторых, отобраться и не заболеть, попасть на эти соревнования, потому что это смысл всей жизни. Обращаюсь от спортивной общественности Северского района к населению с тем, что нужно обязательно прививаться, потому что ситуация с пандемией очень сложная. А нам нужно здоровое, крепкое население, естественно, не болеющее. Нужно обязательно прививаться, чтобы мы в ближайшее время смогли победить эту заразу под названием ковид.